Комитет «Гомель облимущества» 25 августа проведет очередные электронные торги. В агрогородке Юровичи Калинковичского района продается здание бани. Начальная цена снижена на 50% и составляет около 100 тысяч. В агрогородке Капличи этого же района можно купить здание школы по стартовой стоимости чуть более 200 тысяч. В агрогородке Холмичи Реческого района предлагается здание бывшей средней школы. Начальная цена снижена на 80% и составляет 2700 рублей. Здание школы можно купить и в деревне Богутичи Ельского района. Стартовая стоимость – одна базовая величина. В Старовысоковском сельсовете этого же района на торги выставлено здание бани. Начальная цена – также одна базовая. По такой же начальной цене в деревне Верхняя Алба Жлобинского района предлагается нежилое здание с подвалом. Кроме того, на электронные торги выставлены и другие объекты недвижимости. По вопросам участия в аукционах можно обращаться по номерам телефонов Комитета Гомель облимущества 50 69 49 или 50 66 43.